Администрация Советского района Самары в телеграм-канале предлагает 22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени присоединиться ко Всероссийской минуте молчания. 12:15 – это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Началась война, которая унесла 27 миллионов жизней советских людей. В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби 22 июня. Всероссийской минуты молчания. Ежегодно представители общественных, молодежных, волонтерских, образовательных организаций, юнармейцы, военнослужащие, представители ветеранских организаций, члены правительства Самарской области и губернатор Дмитрий Азаров принимают участие в торжественной церемонии возложения цветов к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине и Всероссийской минуте молчания. В этом году центральная церемония возложения цветов и минута молчания традиционно пройдут на площади Славы в Самаре. Администрация Самарского района в телеграм-канале приглашает жителей принять участие в районном фестивале настольных игр, который состоится 20 июня в 10:30 в сквере имени Высоцкого. В рамках мероприятия можно будет попробовать себя в такой интересной игре, как жульбак, сутью которой является закатывание деревянных шайб в специальные лузы на доске. Еще одной игрой, которая будет представлена на мероприятии, станет шаффлборд, соревнование, в котором от игроков требуется катить фишки на размеченные участки стола. Также на фестивале будут присутствовать и традиционные шашки. Отдельно будут проходить творческие мастер-классы как для взрослых, так и для детей. Администрация Куйбышевского района в своем телеграм-канале сообщает, что районные власти готовятся поздравить медработников. Традиционно в России 3 воскресенье июня – День медицинского работника. Это профессиональный праздник для врачей, медсестер, фельдшеров и всех медиков, которые заботятся о жизни и здоровье людей и сопровождают пост красивым видео.